Накануне Международного женского дня аким области Кумар Аксакалов наградил многодетных матерей, а также вручил почетные грамоты представительницам прекрасной половины человечества, которые внесли вклад в социальное, экономическое и культурное развитие области. Репортаж Анастасии Кузнецовой. Инесс Женайдарова работает учителем физики и математики в Воскресеновской средней школе Айыртауского района. Аким области вручает матери семерых детей подвеску «Алтын алка». Инесс признается, получить такую награду для нее волнительно и особенно почетно. С мужем воспитываем семерых детей. Старшая дочка, 18 лет, она учится в университете, выиграла грант. Как помощь от государства тоже выделили помощь такую большую, нам поддержку, как многодетная семья. Второй сын тоже учится в первом курсе, он тоже на гранте учится. Остальные дети маленькие дома, в школе учатся. Мне позвонили, сказали, что вручит сам аким области. Я была очень обрадовалась, в восторге была. Всего медаль «Алтын алка» получили три матери из разных районов области, воспитывающие 7 и более детей. Еще двух прекрасных дам Кумар Аксакалов наградил подвеской «Кумыс алка». Они родили и воспитали 6 детей. Поздравил с наступающим праздником аким области также женщин, которые внесли вклад в социально-экономическое и культурное развитие области. Среди них Ольга Ростовщикова, руководитель ансамбля «Сенситив», который является неоднократным призером и победителем республиканских и международных хореографических конкурсов и фестивалей. Милые, прекрасные женщины, поздравляем вас с наступающим 8 марта. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, чтобы ваши детки росли, радовали. Вот. Ну и хотелось бы сказать, вот, пусть для вас весь мир сияет, пусть для вас весь мир цветет, и сердца ваши не знают печали, грусти и тревог. Еще одна обладательница почетной грамоты от акима Североказахстанской области – журналист телеканала МТРК Ульяна Ашимова. В своей благодарственной речи она отметила весомый вклад женщин в развитие журналистики области. Так повелось, что все 20 с лишним лет, что существует наш телеканал, вся работа ежедневная, кропотливая по созданию контента, она управляется женщинами. Так было всегда и так происходит сейчас. И это было, когда канал делала Елена Ировна Жулдызбаева с Ольгой Дмитриевной Поповой. Сейчас происходит то же самое. Хороший журналист – это всегда человек, который обладает горячим сердцем, но при этом имеет холодную голову. А это, как правило, чаще удается одновременно иметь женщину. Цветы, улыбки, поздравления. Аким области Кумар Аксакалов отметил неоценимый вклад женщин, которые вносят его в развитие разных отраслей нашей области, и поздравил с наступающим Международным женским днем. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев. Итоги дня.